Хорошо. Ну, он вправо и поехал, нет? Не, он сначала влево. Да? Должна смотреть на катер, нос доски. Помимо всего этого, смотри на меня. Вот так вот вообще не делай. Если у тебя какое-то сопротивление идет, просто присядь, коленями самортизируй. Когда ты так делаешь, у тебя теряется тяга, и ты сразу же падаешь. Не... Вот, вот ручку на себя не надо тянуть. Вот, у тебя руки такие должны быть. Вот после ты встаешь на таких руках и на таких же держишься, пока не упадешь. Они у тебя всегда вот прямые, немного согнуты в локтях. Нос доски больше просто разворачивай на катер, прям чтобы передняя нога правая смотрела в сторону катера. Сейчас, подожди, перевернись пока. Смотри, вот у тебя стойка, вот ты сейчас ехал вот так вот вообще. У тебя стойка должна быть вот, плечо это чуть назад уводи, колени присогни, попу втяни, спину выпрямь. Вот, вот такая позиция должна быть. Вот у тебя сейчас начало колбасить, ты начал ручку сюда тянуть из-за того, что колбасить начала. А когда так происходит, не надо этого делать, руки прямые, просто пружин коленями. Потому что когда ты так делаешь, ты ослабляешь тягу, и ты вот конца сейчас поймал именно из-за этого. Разворачивай нос доски прям вот сюда вот на катер. И все. И старайся больше ехать, когда развернешься. Старайся прям на плоскость поставить ноги, полностью на стопу встать. Не на пятки, не на мыски, а полностью на стопу. Очень хороший. Да, даже я понял. Прямые. Нос разверни на катер. Нос на спине.